традиционный шестой по счету городской конкурс. Выставка под говорящим названием «Вместе против травматизма» объединил учащихся практически всех средних школ, гимназий и учреждений дополнительного образования Бреста. Представители подрастающего поколения считают, что именно такой способ творческий, самый эффективный и действенный в снижении уровня травматизма. А инициаторы мероприятия убеждены, воспитывать культуру безопасного поведения нужно с самого юного возраста, и тогда это даст плоды и результаты. К сожалению, на сегодняшний день на производстве случаются травмоопасные ситуации, гибнут иногда люди, к несчастью. И это проблема не только взрослых дядей и тетей. Мы для себя определили и поняли, что воспитывать в культуре поведения на производстве, отношениях друг к другу, нужно с малого возраста. 88 рисунков, которые заставляют задуматься даже взрослого. Разглядывая детские картины, в очередной раз убеждаешься в том, что самое главное – жизнь и безопасность. Безопасность – это модно и всегда актуально. Проблема, она в любом случае существует в любом учреждении образования. Тем более, допустим, в нашем учреждении, как Центр юных моряков, когда мы работаем на судах, когда мы работаем на шлюпках, выходим на воду, естественно, что это сопряжено с некоторым риском. Поэтому, естественно, что, скажем так, основы безопасности у нас лежат во главе угла. Юные брещане проявили свои художественные способности в четырех номинациях: рисунок, живопись, графика, плакат. Полету фантазии и креативности ребят может позавидовать даже опытный мастер кисти. Мне очень захотелось нарисовать, очень интересная тема для рисования. Обычно на такую тему не рисую, очень захотелось поучаствовать. Нужно ставить перед собой цель и стремиться к ней, чтобы, чтобы она получилась. В ходе награждения ребята, занявшие призовые места, получили дипломы и ценные подарки, а учащиеся Центра юных моряков с флотилии города Бреста украсили и без того красочное и насыщенное мероприятие концертными тематическими номерами.